делать трансляцию. Не снимай меня снизу, у меня задница большая. Именно снизу тебя и снимают. Сейчас твои чулочки. Сейчас все увидят, какую жопу ты нажрала. Не надо, Валерий. Ты думаешь, я душная спортсменка, держу форму. Давай, подтягивайся. Всем привет. Ребята, всем привет. Вы Мария Кузьмина? Слегка измененная, да. Тайские каникулы меня изменили. Я немножко уменьшилась в росте. По-моему, поднабрала чуть-чуть. И говорят, кофе негативно сказывается на размере груди. А где сиськи? На, я сделаю. Где сиськи? Будут сиськи, подождите. На. Давай. Ну что, ребята, вот она. Это альфа-самка зебры. Да. Ты будешь меня смешить. Я буду тебя смешить, да. Долетели, я думаю, хорошо. Как долетели, Маш? Нормально, спали. У Маши сегодня ручки, это все, что у нее не болит. У меня тоже все, что сверху, потому что ножки мы делали недавно, после перерыва. И, ребята, хочу вам сказать, что лучше перерывов не делать. Очень тяжело. Да, она у нее такая. Хорошая. Попа. Да у меня нет говорят, задницы. Говорят, хорошая. У меня нет попы вообще. Ох, хочется прочитать стишок, но не буду. Читай. Про попу. Давай, делай. На, держи тогда. Попа как орех. У меня нет задницы. Мне срочно качать. После перерыва нереально тяжело. Всем привет. Олимпиец нормально себя чувствует. Он тренируется сейчас в зале у Славы Ригер. Привет, Харьков. Жопастая, я не жопастая. Вот, олимпиец решил привести себя в форму, потому что 2 года назад он выглядел совершенно по-другому. Вот сейчас тренируется, восстанавливается. Ты, может, разденешься? Я не могу забыть это видео с этими рожами. С чем? С рожами? Забавная программка. Да в своей он тарелке там был просто... он другой, вот и все. Ребят, ну давайте не будем забывать. Разные компании, он никого не знал. Когда человек попадает, скажем, не совсем в свою среду, да, он, наверное, как-то, да, не очень комфортно себя чувствует. Это, мне кажется, вполне естественно. Ну, что, он потом наверстал. У него другие интересы. Ну, спорт, хотя тоже интересен, но он больше по мотоциклам. Он любит байки, да? Так мы же Харлей взяли там. Ну-ка, я видела, он крутой был, очень классный. Так ты что, получается? Что? Как их называют там? Наездница, как там? А, нажопница! Вот, ты нажопница! Да, девушек, которые сидят сзади байкеров, как пассажиры, называют нажопницей. И подопечная, и коллега. Все вместе. Алмата, привет!
ну, есть к чему стремиться. Что там? Ну, как обычно. Матершинники? Шалуны. Я бы сказала, шалуны. Ребята, кому... Кто не в теме, попрошу выйти из моего перископа. Все, кто считает, что мы бабы, мужики, вас здесь никто не держит. Я вот что хочу сказать, ребят, по этому поводу. Скажи что-нибудь. У меня такая жизненная тенденция, ну даже не тенденция, а вот как просто закон жизни. Слабые встречаются со слабыми, сильные встречаются с сильными, да? То есть все гармонично в жизни. Поэтому, если кому-то что-то не нравится, ребят, всегда можно все поменять. Нормально все с голосом, с губами тоже. Зебра кожуховская. Я трицепс делаю, Рита делает спину, поехали. Там вес поменять только. Противоположности встречаю, да, притягиваются, наверное. Ну, мне кажется, не всегда. Да, нет, нет, твоя жопа не волнует, нет, спина больше волнует. Руки выключай. Как познакомиться? Ну, приходите в Еврокожуховскую, познакомитесь. Да, интересуется своей жирточкой. Ты анаболики жрешь? Я их колю. Ну, там будет шалить, сейчас приеду и накажу. Вот так вот. Так зебри, зебри мы. Накажу Хаскай. Приезжай. Еще часик. С едой. С едой. И с конфетками. Ну, если с противовесом получается подтягиваться, подтягивайте с противовесом. Зачем вам по-другому? Рита жирная. На массе? Да. Это даже не масса. Это просто жир. Межсезонный. Жар. Если позовут, поеду на тайский на следующий год. Не позовут, все равно в Тай поедем. Да? Поедешь с нами? Что, я? Конечно. Как же без меня? Я там вам всем покажу. Кузькину мать. И ёшкиного кота. Спасибо большое. Спасибо. Ребят, очень приятный ваш комментарий. На самом деле. Стараемся. Конечно, есть надо регулярно. Обычно на 4 подхода, 10-12 повторений по самочувствию. Сейчас сильно не напрягаемся. Спасибо. Курсы сложные, многокомпонентные. Ну, какие курсы? Мастерон, состанон. Там, у девушек? Да. Давай расскажи. Давай расскажи. Сустанон, давай. Энантат, давай, расскажи. Танчик. Таблеток 10 в день. Ну и что вы говорите, ребята, какие курсы? Ну, девочки же. Давно занимаемся. Нет, не колем. Не колем мы тестостерон. Не колем. Неужели не видно? По девушке, кстати, которая колет тестостерон, вообще принимает андрогенные препараты, всегда тяжелые видно. Тяжелые андрогенные. Всегда видно. Ребят, во-первых, это голос гораздо ниже. Он поломан окончательно.
мускулация достаточно высокой степени, да, и проблемы с кожей очень часто. Заметьте. Тут все? Чистенько. Что еще показать? Тут могу показать. Ладно, ты будешь еще делать? Да, у меня последний подход. Давай, работаем. Ну, если квадры доминируют, значит, надо исключить все, где идет нагрузка на квадрицепс, в том числе и приседания, может быть, даже. Ты широко сильно взялась. Давай чуть поуже. Чуть повыше поднимайся, больше грудь вверх прогибай, своди лопатки жестче. Предплечье отключай. Сейчас крякну. Тянись давай. Сейчас я буду делать, вы меня увидите. Какие лосины, на Рите или на мне? Рита, у тебя что, у тебя лобола мафия? Да. У Риты лобола мафия, у меня титифай. Да, я готовлю девушку, напишите мне ВКонтакте, я все расскажу. Ой, мы заняли. Пошли куда-нибудь, иду или нет? Пойдем. Куда? Спасибо. Мне тоже моя произволка очень нравится. Я скучаю по произволке. А я свою стараюсь не смотреть. Почему? 30 секунд позора. Дойдем. Так, ну я бы сделала... Сюда. Я бы сделала грудь, да. Ну, вешай. Мне надо опустить, а я не могу заметить. Это терминатор. Спасибо. Я извиняюсь, просто у меня очень дико болят ноги. Я как-то очень активно позанималась в прошлый раз. Вот оно. Сейчас похоже на пингвина. Сиськи можно сделать. Чё вот это вот за сиськи? Нет, сиськи есть. Блять, ставишь, скажут, сиськи большие, фу, силикон. Сисек нет. Да, силиконовая сисек долина. Нет. Слушайте, да, вы да, уже да. Как бы, ну, ребята, не давайте знаю, будем забудьте трезво тему себя оценивать. Да. Вот мне интересно, кто все, так кто сидит фу, и говорит. Долой из моего перископа. Здравствуйте. Здравствуйте. Отлично. Чё-то я по этим не видел. Реклама по телевизору. Снимали, снимали вас. А мы рекламу. Не для рекламы снимали. Я снимали для, для работы. Касик, привет. Привет. Идешь к нам? Как дела? Нормально. Ты себя чувствуешь? Отлично. Хорошо? Все. Здесь работаю. Вот именно, сиськи можно вставить, а такое тело накачать не так-то просто. Чей муж? Мой. Девочки, рекомендую. Хороший мальчик. Надо брать. Где брать-то, Рит? Где прикажу, пусть. Тут одна дама все время пишет фу-фу-фу, но смотрит. Она смотрит, но пишет фу-фу-фу. Она стесняется. Не баба, мужик, но смотрит. Лукашина, 1989. Привет вам. Лукашина, приходите к нам, у нас весело, вам понравится. Да. Да, привет. Привет, покажи привет. Бицуху.
Ой. Лукашиной, чтобы она еще раз написала фу. Забудешь, показывать нечего. Лукашина, приходи 12 апреля. Куда? Я тебе покажу. Гостиница, гостиница «Космос». Чемпионат Москвы. Да. По классическому женскому бодибилдингу категория. Я тебе покажу и бицепс, и трицепс. Вот. И что еще? Да много чего покажу. Да главное, чтобы она кричала «Рита Щербинов». Да, да. Главное кричать. Не очень это важно. Так, ты будешь делать, нет? Да. Давай. Буду, наверное. Я тебе спину вчера делала. Да? Это как с ногами тогда, когда ты пришла, и я сделала их второй раз. Да. Когда ты мне трупсет заставила приседать, там, жать платформе. Ну, бицуха была уже, показывали, ну, ребят, ну, что же вы так, пропустили такой момент. Сергей. Спасибо. Ой, Якутия. Якутия, привет. Не, я не буду спину делать. У меня спина болит еще. Я на телюке делаю. Ладно, всем пока. Всем спасибо, что были с нами. Мы тут чуть-чуть поприкалывались. До новых встреч. Пока. Они тут только разошлись. Ой. Ты там мой шейкер не... Нет.